Короче, слухи. Провела ли Маша Распутина операции по пластической хирургии? Эксперты в этом уверены. Слишком молодо выглядит 59-летняя певица для своего возраста. Хирург-пластический специалист раскрыл вероятные процедуры, которые, скорее всего, подвергла себя артистка. Врач отметил, что касается коррекции внешности, она была однозначна. Судя по фото, коррекция лица была точна и, видимо, это было сделано не в каких-то конкретных отделах, а подход был явно комплексным. Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего, это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего, был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей, перечислил хирург. В целом, внешний вид Распутиной особенно не изменился. По словам хирурга, это и есть цель пластики, а не сделать человека неузнаваемым, а продлить жизнь его природной красоте. Можно сказать, что она какой была, такой и осталась. И это самый лучший комплимент для женщины, у которой с годами внешность только улучшается, заключил доктор. Любите свою жизнь и подписывайтесь.